Что такое поцелуй? Неуклюжие касания четырех слюнявых губ и несмелое дыхание, чмоканье, смешки и всхлипы. Что же может быть противней? Два горячих потных тела, трусов в темпе так несмело, забывая все на свете, распыляют свое время на закате, на рассвете, постоянно, словно время. Совокупности микробов поглощают полость рта. Странные глухие стоны в мыслях, только пустота. Эх, животные инстинкты подавляют нашу волю. Подойди ко мне, любимый, поцелуй ко мне, что ли? Ну и немножко осеннее что-нибудь такое хочется прочитать. Я лечу. Вокруг меня облака белые. Все такое белое. Словно в психушке стена, словно подушка разорвана с перьями. Я лечу. Ветер меня несет. Ни холодный, ни теплый, ни травмый. Где-то внизу плывет пароход. Не вижу, слышу гудок сигнальный. Я снижаюсь, плавный руками взмах. Теперь я вижу верхушки корявых сосен. Слишком быстро. В воде отражен мой страх. Всплеск воды — это я окунулась в осень. Спасибо.